Добрый день, меня зовут Прокопьев Сахаяни, я ученица 7 класса Амгинской СОЖ номер 1. Тема моей работы – Алан-Приевский музей имени Леонида Васильевича Киренского. В 2022 году состоится историческое событие – столетие образования Якутской автономной республики, празднование которого станет крупным национальным, духовным и политическим событием. А также ровно 110 лет назад был образован Амгинский улус. 12 ноября 1911 года Амгинский наследник выделен из-под русского улуса и образован Амгинский улус. На протяжении многих лет накоплен большой материал об истории школы, о выпускниках и об экспозиции школьного музея. Многие материалы хранятся в архивах и доступны для обзора. Имеющиеся материалы можно систематизировать и хранить, постоянно пополняя в интернете и на специальном сайте. Мы назвали наш сайт «Школьный музей», так как рассказываем не только о нашем школьном музее, но и об истории школы, об истории республики и Амгинского улуса, потому что подумали о том, что каждый прожитый день уходит в историю. Целью работы является создание сайта Краеведческого музея. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. Первое. Изучить краеведческую и историческую информацию в различных источниках и в архивных документах музея. Второе. Схематизировать исторический и другой материал по разделам будущего сайта и осуществить наполнение сайта текстовыми, графическими и мультимедийными материалами. Третье. Это, наконец, опубликовать наш сайт и информировать население о работе музея школы через социальные схемы, сайты школы и так далее. Объект исследования. Материал школьного музея. Практическая значимость. При условии создания доступной для всех интересующихся историей Якутии и историей школы виртуального музея появится возможность формирования системы взаимодействия школы с социума, что будет способствовать развитию интереса к истории родного края и родной школы, а также к формированию личности школьника-патриота и гражданина. Вы можете видеть страницу нашего сайта. Исторические источники – это все отражающее развитие человеческого общества и являющиеся основой для его научного познания. Один из важных исторических источников – это архивные документы. Архивные документы, как известно, являются носителями основных исторических фактов. Поэтому работа, достойная названия исследовательская, требует привлечения прежде всего неопубликованных источников. Поиск архивных документов – весьма сложный процесс, требующий значительного времени. По краеведческому направлению мы изучили прошлый край и памятники истории. А также мы не только исследовали, но и выполнили работу, направленную на распространение знаний по истории края. На главной странице сайта вы найдете информацию, где указан цель и адрес сайта. А вот возможности сайта. Сайт может являться платформой для поисковой работы школьного музея. На странице сайта вы найдете информацию, где указан, где есть разделы столетия Якутской и СССР, истории Якутии, истории школы, книгу памяти, виртуальный музей, экскурсии по школе, проекты учащихся, фотоальбом, фильмотека, директора школы и так далее. Это тоже одна из страниц нашего сайта, история музея, например. В заключение. При работе с созданием сайта мы изучили архивные материалы, содержащие сведения по истории ЕАССР, Амгинского улуса, школы, школьного музея, краеведческого материала, а также технологию создания сайта сформировали компьютерную информационно-справочную модель. Музей должен быть доступен не только ученикам и учителям, но и многочисленным посетителям сайта. Работа представляет новую возможность в решении проблемы гражданского патриотического воспитания. Спасибо за внимание. У меня все.